Ё-моё! Чё, вы вылетели, что ли? Блин, идиоты! У меня уже протаранили день. Так я же вас объехал, по сзади камеру должен у меня сзади быть. Ну, походу, провода. Это нормально. Ну, у меня вы в них прям сидите. Не, колёса дал вам трон, ТВ? Хорошо. Да, живой, я привет. Вроде нахер. Дистанцию сохраняйте. Уже придумали дистанцию колонны. Паша, я же вас объехал, у меня вот сзади, у меня же гачка. Ты проехал прям сквозь нас. Да, когда же мы с вами наехали? Что ты вдруг говоришь? Это я, как заставляю машину, чтобы не уехать. Сядь в машину, как ты? Приехал. Мы туда уже приехали куда надо, или нам еще идти куда? Нам нужно защитить компьютер, а они где-то откуда-то приехали. Компьютер где? Компьютер красная, метка на карте, квадрат. Этот самый предлагаю. Там дом, не заходите, дом красный, я храню. Двухэтажный дом, с него рядом с ним желтый двухэтажный. Розовый дом с темно-желтым? Да. Это, я предлагаю еще один краулер поставить с той стороны и снять с них колеса, чтобы в случае чего на них не уехать. Зачем вы? Чтобы заехать нельзя было тут. О! Север-запад. А растяжки какие-нибудь ставили, нет? Северо подходит уже! Близко! Это ровно с севера? Да-да-да! А дымы кто кинул? Я. Закрываемся от севера. В руинах прячьтесь, самое, кстати, нормальное. В камнях на севере будет. Да, вижу, подтверждаю. Своих не прикончишь. На эти камни. ГБшер, он рядом с нами. Я. Понял. Фиксар, ты зря в эти камни бежишь. Почему? Тебя свои сдавали. Ну, кого контакт? Есть. Это враг был уже, да? Враг возле города, уже подошли к городу. На севере? На юге вижу. Враг убивает. Наблюдаю, свой. Возле бабеньки. Один ползет на севере, это свой, нет? Стреляет. Вот свой. Нет, не свой. На севере. Свой! Не-не-не-не-не, я свой, вызываю врага. Возле памятника на севере, в России, где собрал. У меня работа! Александр, ты сейчас убегаешь. Да, я, блин, я убил! Одного убил! На юге. Прям по полю кто бежит? Александр, не бей. Я тебе 5 раз повторю, ты что, конченый, что ли? Ты же... 5 раз крикнул! Плохо кричит. Вот где белый дым, это враг, да? Короче, возле смотрите, камня на северо... севере, Александр, ты я, нет. Да, я. Короче, смотрите, северо-восток от вас белое здание. Там противник находится. Да, я там двоих уже снял. На горе на электростанции вроде завалили. На электростанции тоже идут с другой стороны.
ПГшка была по мне, по-моему. ПГшка была на электростанцию, еще в дымах в электростанции ложу. Зеленый, есть же? Да. На электростанции один ползет с пулеметом. У меня тут рядом тоже с домиком. Сейчас юга? Паша, они как ЧВК, да, по идее выглядят? Да не знаю, они как гражданские, короче, в футболках. А, да. С востока. Одного ушатал. Так, Виктор покажет. Это Дельта. Вы говорите, когда начинаете перемещаться? Потому что у меня такое чувство, я уже своих двоих завалил. На востоке, вот дома этого оранжевого с красным, а короче, одноэтажный дом за всеми этими группами домов. Там кто-то сидит, я не знаю, гранат сейчас кину, посмотрим. Убийца неизвестный, чуть не понял. Но осколки. Осколки, да. Подожди, а как кто меня завалил-то? А как он меня там увидел, там мне интересно. Может, у тебя он услышать мог? Да я как бы стоял, не шевелился вообще. А окна у меня знает, целые. Наверное, просто долбануть решил. Че, я ПГ потратить решил и все. А окна целые тогда почему? Ах. Вообще, я вообще в шоке, блядь. Это арма. Я в шоке, блядь. Стою, не шевелюсь, никого не трогаю. Херакс помер. Пиздец, блядь. Котрас там уже дофига завалил. Ну даже, ладно, хрен с ним. Я спалил. А почему его не убило тогда? Котрас живой до сих пор? Какого да. Черта его ни разу не попало? Ну, ему... ты его разозлил? Мы всем отрядом скинулись на читы, пацаны, не ссыте. Ну, скинусь на него на читы, все. Возле мусорника трется. Да, помойку себе нашел. Вот, бля, его родимый дом. Ну как-то пропадает. Да, вот сейчас. Все, прощай. Отрез, ты, сука, читы, что ли, специально вырубил, а? Что? Нахуя мы тебе скидывались на читы, а? Что? Видели. А меня кто убил? Блять, здание. Кто? Хатап в доме сидел. А его убили уже, что ли? Нет. Не, ну это... Все, это пизда. Там этот... Анкл Джек сидит прям под дверью, все. Там либо, блядь, специально, чтобы кто-то его спалил, чтобы туда кинуть. Я что-то двух америкосов убил, что-то как прям... И еще одного зеленого. Ты мне скажи, ты меня как в доме там увидел на втором этаже? Ты с чего меня там завалил-то? Да я в доме сидел, видишь, что твоя голова, я постоянно гранаты кинулся. Ну всё, теперь зараза. Ты сидел, где с другой стороны? Что? Нет, подожди, ты был, получается, где вот труп, по-моему, Панзера 4-го. Что за предъявы? Смотри, вот видишь... Нет, я тебя не предъявляю, я просто хочу понять. Смотри, ты видишь, короче, ну, этот, знак церковный? На в конце города. Ну я, короче, Мига вызвал. Не, блядь. Нормальное говнецо, ноль баланса.